Красноярские АЗС подняли цены на бензин. Самая популярная марка топлива АЕ-92 подорожала на 20-30 копеек. В сети «Магнат РД» за 1 литр придется заплатить 33 рубля 50 копеек. Раньше цена была 33 рубля 20 копеек. На заправках «Красноярскнефтепродукт» топливо обойдется в 33 рубля 60 копеек. Напомним, в конце июня АЕ-92 подорожал в сетях «25 часов» и «Газпромнефть». Там литр 92-го отпускают по 33,60 и 33,70 соответственно.